К сожалению, во-первых, это не первая трагедия. Очень жалко, что этот Боинг как бы приурочен. Обсуждение о такой трагедии Боинга идет вместе с обсуждением ситуации на Украине. И я не эксперт сказать, кто его сбил. Могу только сказать, что мы очень сожалеем, что это произошло. Я уверена, что и Россия, Голландия и Соединенные Штаты Америки очень сожалеют. И единственное, что очень жалко, что такая трагедия, которая произошла, люди просто переваливают вину друг на друга, и они, мне кажется, даже используют это для того, чтобы раздуть скандал между Россией и Соединенными Штатами или там Россией и Великобританией, и просто как бы еще одной причиной выжать причины для скандала. Поэтому я, конечно, очень сожалею, что они так используют такую трагедию.